Ну что? Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую. Дом у инсайда, вот так у него все выглядит. Тут диванчик прекрасный, тут полочка, пуфик, ковры, естественно. И самое главное, нереальный потолок, бетонный. Yes. Ну, то есть не врал, настоящий true underground. Конечно. Вот. Самое главное, естественно, это его сетап. Я того все. Три монитора, по сколько герц? Центральный 240, а левый и правый 144. Красота, камера, софтбокс, ну и нереальный рэперский микрофон. Вы посмотрите, девайсы, кстати, новые наушники Logitech. У бустера такие же. Поэтому сейчас сядем и все это протестим, правильно? Конечно. Поэтому что с нас надо поставить? Лайк, ребята, конечно же, подписывайтесь на канал Прила. Лайки ставьте, йоу. И, кстати, небольшая пауза. В моем телеграм-канале сейчас проходит розыгрыш целых 5 вот таких вот ножей. Там ничего сложного делать не надо, просто зайти и нажать на кнопочку «Участвуй». Если что, ссылка на мой ТГ-канал в описании. Так что заходи, может быть, получишь один из этих 5 ножичков. За компом мы. Есть еще характеристики компа у вас, ну, где-то на экране. Довольно неплохой, примерно на мой похож. И первое. Нету звания ММ. Ты чего ММ не играешь? Я фейсит плеер. Даже ради галочки раз в месяц не заходишь? Нет. Чисто ботиков поразносить. Ладно, посмотрим. Поэтому предлагаю первую начать. Миражик, сначала на настройках инсайда, потом уже на моих попробую. Так, во-первых, хочу первое спросить, почему у тебя не прицел, а битый пиксель? Это вообще что? О, у тебя прыгай, слава богу, не на колесико. Да, напрыгал. Так, ну сенса, а ну, сенс... 0.91. Ну, у меня 0.7. Недалеко. За это плюс реп. Еще и 800 DPI. И сразу, что могу сказать, монитор, вот честно, честно, вот без негатива, ну, говно. Согласен. Тут у тебя просто, ну, я двигаю, у меня все размывается. Хоть это 240 Гц. Реально, надо поднакопить, и даже вот с Авито BenQ взять это, ну. У меня, хотя у меня не BenQ даже. Так он еще изогнутый. Не, ну изогнутый еще ладно, у меня у самого второй монитор изогнутый, но, конечно, на таких 240 Гц я не играл давненько. Вот у Дасти похожий был, кстати, я у него на сетапе играл, вот похожая была ситуация. Я на секундочку телепортировался домой и решил вам рассказать про интересную халяву. Просто заходи на CSGO Run и вводи вот этот промокод BRILL, и ты можешь бесплатно прокрутить колесо, с которого тебе может выпустить до $30. Причем это все без каких-либо депозитов, и спокойно можешь на них играть. Но на них ты можешь попробовать поднять скинчики в таких легендарных режимах, как, например, Crash. Просто ставишь скинчик, график идет вверх, в любой момент можешь вывести и примерить свой скин. Главное успеть до обрушения графика. Дабл, где есть 2х синий, 2х зеленый и 14х золотое. И какой цвет выпадет, столько раз ты примерить свой скин. Кстати, 14х падает довольно часто. ПВП, где вы ставите по одинаковому скинчику с другим пользователем. И чем мужик добежит быстрее, то забирает оба скина. Ну и ставочки на матчи. Совсем скоро начнется Blast с новыми составами. И можно сделать их просмотр гораздо интересней. Ну и про летний календарь тоже не забывай, где ты каждый день, открывая карточку, можешь лутать очень вкусные промокоды. Поэтому напоминаю, промокод Брил вводишь колесо и можешь платить до $30 абсолютно бесплатно. Так что ссылочка на CSGO Run будет закреплена в комментарии. Там же бонусом оставлю еще парочку вкусных промокодов. Закрепленный комментарий смотри. А мы погнали дальше обратно на хату к Дмитрию инсайду. Ну, господи, какой кайф, когда у тебя прыгать, ну, на пробел, а не на колесико, можно спокойно свечить оружие. Тут даже мышка, как у меня. А почему я на 2 нажимаю, у меня пистолет не брался сейчас? Ауч, ладно. Почему я на 2 жму, у меня пистолет не брался? Потому что у меня нет такого бинжа. А что у тебя тогда сюда забинжено? Я на колесо всегда беру. Ну я понимаю, да, а что на этих кнопках тогда? Ничего нет. Ладно, неплохое начало. У человека, напоминаю, 16 часов в этой игре. Я только сейчас помню, что это 16:9. Я-то думаю, что такая картинка красивая. Ладно. Может, у тебя какой-то нереальный кол есть, краски надо, сколько там, 2600 элла, 2700? Давай старт, смог сейчас? Да, сейчас дам лютый смог старт. Давай через Андер попробую. Давай. А, у тебя на маус 4 брать основной ган? Да. Кстати, это удобно. Мы, конечно, джамп-тру на эту кнопку. Так. Я привык уже просто из-за того, что у меня была временно мышка говняная, на которой... Колесико не работало. Вот у меня потому что была мышь, на которой колесико неудобно. Я на секундочку уже привык на цифры переключаться. Отвык от колесика. А тут их даже никакого бинда на них нету. Я понимаю, что там, не знаю, там гранаты забинили. У тебя бинды на гранаты вообще есть? Ладно, я теперь понимаю, за что мне Далайт говорил, то, что это, то, что я лох, который все на колесико переключал. Ничего, 2700 лапу. У меня в моменте больше Далайта. А, ну, кстати, да. Есть. Откисай. Тихо, не стреляй. Есть контакт. Тихо. Да ты шо. А может мне реально сенсу поднять и на 16 перейти, потому что я игру нереально просто чувствую. Лично, просто я думал, ну сенса побольше. Сейчас буду типа промахиваться на фриках, а нормально? Да, еще знаешь что, я заметил прикол прицела вот этого, то что у тебя фокус на игре больше из-за того, что прицел маленький, короче. Но тебе прям надо вточно смотреть в прицел, чтобы убивать. Ладно, я знаю, что ты любишь такие ноускопы, нереальные моменты эти, давай тоже выдай, что мне. Первый. Тихо. Ладно, нормально, пойдет. Братан, куда уходил? Что случилось? Может, тебе паузу взять? Может, чем-то помочь советом?
А, шипит микро, не работает, говорит. Вот что у меня. А, реально? Да, у тебя такой дорогущий микрофон, при этом он ничего не работает в КСе. Что у тебя с сетапом, Дим? Да, они думают, что это я хожу, шиплю, змея. Они говорить начали аж после того, как я их... Видимо, они устали, что они здесь слушают, как я шиплю. А где он уже тут топал? А, вот где. Подзатыльника дали. Не, кстати, вот не знаю почему, хоть матрица на этом мониторе не очень крутая, но, как знаете, делают в муйку, что такое, типа, ну, размытие в движении как будто включено. Я как будто себя в муйке чувствую, реально, вот, вылетаю, ставлю. Особенно в тот момент с авиком, когда вылетел, вышел. Конечно, я не сразу навелся, но как будто так и должно быть. Типа, если сюда поставить нормальный монитор, все будет только хуже. Я тоже заметил, что вот размытие, оно как будто включено в КС, хотя нет, это просто... Ну, это у тебя потому что такая вот матрица у монитора. О, ну 2700 играет против нас. Ну и я. Ну да, он 2600. Тихо. Бля, какой слабый его. У нас чё говорит, капец, мужики, вы слабые. Вот это нам говорит, что мы слабые. Ну, братан, извини, 1.0.12 далеко до тебя, друг. А чё ты выходишь, чё у тебя случилось там? Может, советом помочь или чё там у тебя? Да не, я просто настройки тестирую, Counter-Strike. А, настройки тестируешь, франки, понял, понял, неплохо. А чё за настройки, чё поменял, рассказывай. Настройки видео туда-сюда. А, настройки видео, понял, неплохо, ну, нормально, нормально. Ну, как бы, есть, знаешь, там можно карту с ботами запустить, чтобы посмотреть, как все выглядит, знаешь, там, на DM зайти. Не, пойдем в ММ. Тестить настройки графики. Вот это учила логика. Еще всех нубами обзывать, бегая 1.0.12. Не, ну мы так точно, ну реально, так нереального просто калаша сейчас возьмем. Нормально. Привет, мужик с щитами. Братан, у него просто 2700 л, я почекал. Реально, у нас тиммейт на первом месте обвиняет второго чела, у которого 2700 л, что он с щитами. И одна из причин написал на авикод. Чуть-чуть сенсы не хватило. Хорошо, нормально. 5-10, половина рабочая. Сколько у меня фрагов? Второе место. Пойдет. Андерстул, Андерстул. Есть. Есть! Ой-ой-ой. Не, это реально имба, я тебе говорю. Куда ты? Как я в голову вообще попал? Я по ногам же стрелял. Не, ну там, конечно... Какой у него левел? Вот это... Смитх... Второй левел. А, ну, конечно. Второй левел мне вот, ну, ставит с разворота. Неплохо. Ой! Да ладно, что ты со скаутом, что ты мне сделал? Ты второй левел. А, нет, это 2700. А, это 2700. Ладно, что ты в себя поверил. Вот это еще локин. Ладно, я как добропорядочный, как Counter-Striker. Препятствую нормальной игре. Пошел нафиг. Я так тоже себя делаю. Хотя, смысл мы это кидаем, если патруль не работает. Есть. Есть! Если бы этого еще убил Ухра, но я тебе скажу сразу, я с дигла вообще не умею стрелять. Не-не-не, точка вообще имба какая-то. Ушел. Ай! Лично с магом промахнулись. Моликом тоже промахнулись. А вот с дигла он не промахивается. 900 элла! У чела на фейсе 37% хедшотов. Почему именно все вот эти головы мне залетают? Ой, позорник я. Меня убила редиска. У риски даже фейси-то нету. Кто меня... Почему убивают самые боты здесь? Вот этот чел, который 2700 л еле как меня убивает, а вот все остальные нубчики вообще просто выносят. 17 фрагов. Ну, разминочно, разминочно. Сейчас я сел на свой конфиг. Вот это пойдет мувмент. Вот это я понимаю. К сожалению, звание не получили, поэтому сейчас я вставляю свой конфиг и пробую уже на своем конфиге выиграть катку, потому что... У нас чел вышел! Вторая катка. Я свои настройки сюда вставил, но при этом мышка такая же, наушники такие же, все тут такое же. Я отвык от своей сыцы. Мне хочется самому поставить этот 0.91. А, что у меня игру как-то смотрит вообще? Все мимо. Ну, зная свою удачу, они сейчас просто начнут с пистолетами мне бэм-бэм в голову. Только сначала нужно узнать, что у них по левелам фейста. Я мип. Йонгл. Ай, под затыльника дали. Первый. Тихо-тихо-тихо. Я вообще его не видел. Все-таки, конечно, плюс монитора в том, что я себя чувствую как муйки, но минус в том, что ничего не понятно. Что это за аватарка у нашего чела? Что за слизняк? Вот реально, чел серьезно такой, какую аватарку поставлю? Поставлю вот эту вот зелебобу. Киса минус авик. Я, конечно, я не могу сейчас камеру показать, потому что клавиатура заряжается, но тут подсветка абсолютно разная. Рандомные кнопки включаются, выключаются, загораются. Сейчас R горит синим. У клавиатуры своя же... О! Не, братан, я тебе авик не отдам, спасибо. What are you doing?
Ой-ой-ой, сори, бро. Ой-ой-ой, бро, I'm too hungry. Ой, 2100 Элот Элло. Nevermind. Я забыл, как я цифры на английском забыл. Если я заметил, ты не любитель, да, гранатки покупать? Просто вот у тебя там $300 остается, и я, что раунд начался без флешки, я вообще не могу. Да я чё, да не, у меня с гранатами большая проблема на самом деле, мне про это много кто говорил, потому что я их покупаю, но я их не использую. Вот, это у меня ошибочка, которую нужно фиксить, поэтому, в принципе, сейчас начнем открытие меда, то есть коннектор, там флешечка, смочок, благо, у меня там бинды на гранаты есть, но при этом я их не использую, а ты без биндов. Вот, все, даже не выстрел меня. Полос вон. Напоминаю, 1100 элла. Чел уже умеет выравнивать прицел и ровно пикать так, чтобы поставить одну. 1100 элла. Ладно, половину я сыграл, конечно, ну в плюс КД. Всего лишь 1 ВП, но при этом 13 фрагов, почти 0-1 КР. Время протезит из стороны. Хочу жестко мидл выйти против Юспа, наказать его. По-любому вот это будет в окне стоять. Он по-любому игрок окна, я отвечаю. Так, у Димы сейчас по скинчикам все очень плохо. Я тут решил ему задонатить. 15 кейсиков откроем. Ну, надо лютый контент сразу, ну, ба. Было бы славно. Опа, ведь. Плюсавик есть. Господи, бессмертный. Ему два раза пришлось голову с калаша убить. А! Боже, я бы так хотел увидеть нож. Я тоже. Потому что я вот на ДРС открывал кейс, я его всего один раз увидел, и то мне открыл его пуша. О, плетка на базу. Как я в голову не попал? Знаешь, что черти крейт? Что-то фиолетовое пролетело. Дигулек на базу. Плюсик. Плюсую. Второй авик на базу. Не, я что-то верю, что тебе нож упадет. Ну я что-то так тоже. Может, кейс потрясти надо? И там еще Максим был. Даже не по 2000, а. То неги, то авик, нам просто два скина дропаются. Все прокатывает. Как говорил Delight, если прокатывается, это хорошо. Хотя, учитывая мнение стримера, у которого меньше всего ножей падает, ну, такое себе. Да ну они тут какие-то гении игры. Все, я в кейсах получше буду. 5 кейсов, кстати, осталось из 15. Ну да, нож нам жестко мораль вывезет. 5 дигл, да я того рор, наоборот. Да боже, это боже. Шутка! Какой усасанный! Ну, честно. Можно хотя бы одно не синее за 15 кейсов? Я прошу человека, человек так долго кейсы не открывал. Ну, Гейб. Так, конечно, калаш прокати. Еще калаш прокати. Не открывайте кейсы в Counter-Strike, очередной вам урок. Брать. Есть. Я очень зол после такого неудачного открытия кейсов. А что он? Я... Это щитами, чел. Ну, ему пофиг, он одну в голову ставит. Я не могу, там профессионалы против нас. Но по итогу могу сказать, что на самом деле сетап классный. Ну, конечно, 16 тысяч часов ты на нем наиграл. Я думаю, ты все тут идеально под себя построил. Но что с конфигом, это реально вопрос у меня. Но почему-то это работает. Нормальный конфиг? Что-то отбиджено, то по минимуму оставил клавиши только самые нужные. А так, довольно неплохо. Спасибо. Спасибо за участие. Пока.